В регионе началась уборка хлебных злаков. В ГУПе имени Серго Орджоникидзе, чьи земли раскинулись в Кантышеве, к жатве озимых культур тоже приступили по плану. Первым делом взялись за пшеницу, на очереди кукуруза. Подробности в сюжете Даны Плиевой. Пора собирать урожай. В ГУПах и сельхозпредприятиях республики идет жатва озимых культур. Работа кипит и в Серго Орджоникидзе, где со вчерашнего дня начался сбор пшеницы. В жатве задействовано более 10 единиц техники. Современные комбайны, которые закупили в ГУПе несколько лет назад, справляются с уборкой урожая намного быстрее и качественнее. Работать на таких машинах для механизаторов – одно удовольствие, говорит Усман Зурабов. На полях он трудится больше 30 лет. Все время на уборке я был. Уборка отханул. Постоянно дьяна. Хагиш хакаш, тур дол чанганет хакаш, ка хакаш дьяна ханат. Даже 2000-3000 тонн перевозить даже дыхан, холор дыхан, цыган дыхан, штолор, даже каждый машина изол перевозить, дор дыхан, бог. Ханзе, йогдан хам дац, техники, бог, бежи, шеймел дыхан, дик хулхас дыхан, акельту ошхал, шеймел дыхан, хошхал, даму хамху, хамху лис. За эти два дня в хозяйстве из 400 посеянной пшеницы уже успели собрать 100 гектаров урожая. Сегодня в планах еще 130 гектаров. Но впереди у механизаторов еще немало работы. 400 гектаров пшеницы и 1000 гектаров кукурузы у нас в этом году. Средний урожай 22 центнера у нас. Кукуруза, я буду, надеюсь, будет у нас нормальная. Это мы планируем собрать 50 центнеров с гектара, если погода позволит. Из-за продолжительной засухи аграрии начали сев пшеницы только в конце сентября. И надежды на хороший урожай не оправдались. И потому они ждут от урожая кукурузы больших результатов. Работа на полях в ГУПе спорится, и весь урожай пшеницы здесь надеются собрать в течение недели. Следом приступит к уборке кукурузы, которую начнут в сентябре. Дана Плеева, Рахман Цуров, Новости 24.